Всем привет, дорогие зрители, с вами Оз, и это будет вторая часть раздачи денег на SumpRP, первом сервере. Вот сейчас покажу. Сегодня 26 апреля, 6 часов 12 минут вечера, и сейчас примемся. Наверное, я арендую машину, поеду, наверное, один на по фермам, пораздам денег бомжам бедным, которые там сейчас работают. Сегодня я снимаю один, потому что в прошлый раз были всякие стуки, грохот и шум и всякая остальная хрень. И в этот раз решил записать один. Будет, мне кажется, качество аудиодорожки получше. Да и, ну, в общем-то, посмотрим. Побегу пока что до аренды, потому что такси сейчас просто не дождаться. Таксистов мало на сервере. У меня 877 тысяч. И их я намерен раздать все до единой. Потому что я так подумал. Не буду я на этом SumpRP играть. Хоть у меня тут и левел большой, и денег много. Но все-таки на Advance мод гораздо лучше. Мне там буквально за несколько часов он настолько понравился, что это квартиры в ЛВ сделали. Да пиздец их тут. Вот, блядь, квартира в ЛВ. Ну и нахуй она нужна. Их в СФ дохуище, в ЛС дохуище, еще и в ЛВ сделали. Ну пиздец, блядь. Реально, нахер они нужны. Правда, что как прикол был. В ролике видел прикол. Там типа интервью с Эль Капоне и этим еще как его там. Ну, в общем, другим администратором, главным, SumpRP. Ну, в общем, я долго ржал после того ролика. Будет в описании ссылка на него. Захотите, посмотрите. Просто я долго очень ржал после этого ролика. Так вот, там была такая фраза сказана, что на Advance сделали отели, и там было по 10, что ли, номеров в одном отеле. А на SumpRP, типа, серверов больше, все лучше, и квартир будет в 100 раз больше. Вот, кажется, они так и делают, уже в ЛВ квартиры сделали. Вот кому они там нужны? Если только ближе ехать, не знаю, каким-нибудь мафиям. Да ну, если машина есть, можно СЛС без проблем доехать. Так что я не знаю, зачем они все это делают. Но я говорю, администрация тут так себе. Вот возьму аренду. Я не знаю, что я буду. Просто ли раздавать деньги бомжам, либо катать их куда-нибудь. Ну, возьмем на всякий случай четырехдверку. Вот красная, какая еще есть. Какая еще вот серенькая. Блин, что красных машин, одни красные машины. О, вот, вот это, наверное, возьму. Вот. Хорошая машинка. И чё он ко мне сел? Тебе чё надо, бомж? Военкомат довеси. Ой, ты бомж. Может, тебе ещё бабла дать? По-братски, братишка. Братишка! Да блин, как я пишу? Да блин, да что я пишу, а? Что я такой кривой? Написал ему, братишка, я тебе покушать принес. Так, ну ладно, в принципе, до военкомата я его довезу, что там, без проблем. Тем более, он мне сказал по-братски, это вообще волшебное слово. Братишка. Ой, что-то залагало. Ой, лаги какие-то пошли. Вот, довезли братишку. Ой, а куда я его везу? Блядь, а где военкомат этот ебаный? Сука, что за лаги? А, нет, я все правильно еду. Блядь, ну почему он, блядь, как я начинаю снимать, сразу лагает?
Ну, давай, братишка. Так, довезли чувака. Сделали добро. Сейчас поедем еще добро делать. Бобро, добро. Груф едет, мясо заличкой. Мясо все заличкой едем. Скоро терра, наверное. А, ну да. Payday, кстати, вот хотел еще сказать насчет Payday на SamperP. Так какой-то пиздец, на всех серверах нормально, по-человечески. Нет, тут, блин, у них 7 часов, ой, или, а, да, 6 часов у них будет, только пол седьмого. Но это нормально вообще, а? Это ж, блин, ужас. О, копы, копы. Это вообще беспредел какой-то. Пол седьмого будет на сервере только 6 часов. Вот даже могу, вот вы видите в чате, что сейчас 20 минут седьмого. А на сервере... А, стоп, починили что ли? Нифига себе, починили. Вау, круто. Администраторы на SamperP все-таки есть живые. Они починили тайм на сервере. Что же я могу сказать? Круто? Молодцы, админы, так держать. Так, ладно. Продолжаем. Блин, почему у меня лагает? Ненавижу лаги. Так, куда я, собственно, еду? Зачем я еду по городу? Я же мог сразу... А, может, на грузчиков поехать? Да толку на грузчиков раздавать, блин. Я не знаю, будет ли толк. А может, съездить в мэрию, посмотреть, нет ли там того охранника, который был со мной в части. Блин, не знаю. Да, фиг с ним. Поеду один. Поеду и посмотрю, что... Ой. Да! Ебать! Чувак, прости. Иди в жопу. Что за мной побежал? Гад. Вон ВЛС квартиры, как вы можете видеть слева. Вот тут. А, нет, тут нету. Нету, нету. Ходу. Еще какая-то аренда. Не я один такой. Ах ты, сука! Блять! Сука, иди сюда, блять! Сука, тупая, блять! Сука, мудила! Ты чё это, блядь, делаешь, а? Ты вообще, сука, офигел, блядь. Вот офигел. А чё у него с саванной, блядь? Хули она, блядь, туда-сюда, блядь? Блядь, чё за пиздец? Вот еще какой-то на Гринвуде едет, чувак. Вон еще какой-то. А вот и ферма 0. Бомжи, налетайте. Я вам добро принес. Так, значит, вот так крикнем. Кому нужны деньги? Деньги в машину. Они по-любому сейчас, мне кажется, не поверят. Или фермер первый залезет. Вот неверующие. Сука! Мудила! Ты долбоёб, сука, чтоб тебя кикнуло. Петушара, ёбаный, иди сюда, сука. Ебанашка тупая. Так, это все. Неужто не нужны деньги бомжам? Или все такие неверующие? Ну, Кай, хотя бы один поверил, и то молодец. Дам ему за это 10к, а не 5. Так, ну куда теперь его вести? Не знаю. А, это женский скин? Это что, транс? Вон скутер. Долбоёб, вот хули ты дебешишь, сука?
Ненавижу таких мудаков, блядь. Сука, иди, блядь, сука, иди сюда, я тебе хочу, блядь. Урод, 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 сука, ну. Мудак, хватит дебешить, сука. Сука, хватит дебешить. Ой, нет, нет, чувак, я не хочу тебя сдавить. Вот мудак. Так, ладно, дадим вот этому или вот этой, блядь, не знаю, как это называть. В общем, будем говорить этому человеку. Просто такой ник и женский скин. Но тут можно сделать предположение, что это транс. Мне кажется, что это транс. Сука, ты чё, блядь? Ты чё, сука, делаешь? Ты чё, блядь, мудак, что ли, пидор, блядь? Пидор ебаный. Да вы ебанашки. Оп. Где, блядь, авто? Чё, блядь? Так, ладно, дадим вот этой вот, или вот этому вот. Не знаю, как называть. В общем, она уже посидела давно в машине, так что получай. А ты пошел вон. Inject 30. Так, вот. Ну что же, куда? Может, куда-то еще свозить надо? Может, помогу еще чем-нибудь? Куда вас? Это вообще ты, это он или она? Блять, я вообще не вижу в машине этого человека. Бомжи как на арену налетают. Чё тебе надо, блядь? Ну, с клестом бомж. Сколько права стоит? 500. Что там насчет денег? О, нифига себе! Чувак запомнил меня. 758, молодец, чувак, на тебе. Молодец, чувак, молодец. Вот таких людей мне спасибо, ну нифига. Ну, блин, а что ты такой добрый? Ну, блин, я такой чувак. Вот такой вот и я. А больше можешь? Да свободно. Еще 5к. Я вот такой вот, всего-то сколько, 850к все раздаю, так как уезжаю, ну не знаю, он поймет, раздай 200к, ну не, одному тебе 200к это жирно, мне кажется, я не знаю, блин, ну, там-дан-дан, выбор. Так, 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 ну что ж, чувак. Ну он, я смотрю, он РПшный. Видно сразу, что он адекват, это во-первых. Ну и за то, что он такой у нас адекват, мы дадим ему 200к. А, блин, только 100, ладно. Ладно, чувак, это твой день. Это твой день, чувак. День, чувак. Чуваку повезло, что я попался ему на пути и вот просто вот так взял и помог. Что он пишет? Удругнул, взломал. Чувак? Да это механик, сука. Иди сюда, сука, блядь. Куда ты удрал, сука, засал, блядь. Иди сюда, блядь. Ой, блядь! Сука. Акта, что? Ак? Мой ак.
Блять, из-за него ПДД спил. Что за автобус такой ебанутый? А слабо 500к дать новичку. Блять, ну я вижу, что ты не нубас. Ну я вижу, что ты не нубас. Деньги в дело пойдут. Так. Едем, 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 едем. На такой же просто машине, блядь, не знаю даже как это назвать. Сука, скоро загорюсь нахуй. Так, ну вот чувак с 13-го, с 6-го сервера нам говорит. Я ему, наверное, скажу сейчас, что, наверное, летсплей снимаю. Бля, уже БН пишу, как на Адвансе. Да, я летсплей снимаю. Хочешь, загляни на мой канал. Да, ой, блядь, Вагас, смотри. Сейчас будет экшон. А не он в СФА едет. В СФА едет за личкой. Сейчас посмотрю. Так. Ладно, сейчас ответим. Я на фанс ухожу. Раздаю все. Блин, ну что ты вообще обнаглел? Блин, деньги хочет из меня все вытащить. И так уже 200 с лишним к отдал. А ему еще и на бис. Какой на бис? Ты бизнес-то не купишь. Ай, да сука! Сука! Мы не должны отставать от Вагасни. Мы должны проследить за ней. Сука, автобус! Сука! Блять, надо починиться. А где все? Так. Где все? А чё это? Не, да, я не понял, где все в вояки? Вон. Этот в огосне побежал за личкой. Пишет 13 левел и не жалко. Б. Дом есть? Нет, была квартира и машина. Все распродал. Так. А может быть мы уговорим чувака пойти на адванс? О, что это, блядь? Сука, ну что, блядь, за игра свернулась? А, не вылетел, все нормально. Так. Да, блин, зачем мне игра свернулась, блин? Так, значит, да. Так, да, я же хотел этого чувака уговорить. На адвансе мод намного лучше. Там интереснее. Так. Слышь ты, сука, тупая, блядь. Иди сюда, мудила, блядь. Сука, тупой, блядь. Сука, целится он тут, блядь, еще мудила. Чё? Блядь, сука. Говно ебаное, сюда идти. Блядь, ломка ебаная. Сука. Блять, нарко, где моя нарко, сука? Бля, нарко. Где этот олень? Я его сейчас разъебу. В пизду. Сука, ну и где этот черт ебаный? Ты где, черт? Скутер, смотрите, скутер. А, бля, это чей-то, ну ебаный. О, нет. Ёба. Ебать, я спитил скутер. Садись, чувак. Иди нахуй.
Хуяк. Лох, лох. А, кстати, он на РП шит, хули он без формы в меня стреляет, чмо. Вояк лох, вояк чмо, ха-ха-ха. Днище. Сейчас буду троллить его нахуй. Днище косое. Лох, 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 лох. Вань, у него там уже баррикада из машины, нахуй. Блять, он сейчас колесо прострелит, и тогда полная пизда будет. Ну нахуй его, наверное. Блять, где, сука, я не могу от него уехать, нахуй. Просто, блять, охота патрулить. Ну, блять, на нахуй. Хе-хе, лол. Все, короче, поеду куда-нибудь. Вот чувак нормальный, адекватный попался. Я вообще этому так рад. Просто, блин, половина серва школота неадекватная. Так, а сколько у нас здесь дом? Что? Хуй его знает. Два ляма, наверное. Два ляма, наверное. Я не знаю. Пофиг на МГ вообще. Пофиг на МГ. Достал этот, блин, бэ-чат, неохота каждый раз переводить на английский. Так, едем, КС. Тут, как всегда, всякая хуета. А, меня ж скутер спиздит. Нет, близко нельзя подъезжать. По-любому. Так, ну, что-то я... Блядь. Так, едем раздавать деньги на... Так, стой. Где можно раздать бабла? Сейчас он по-любому скажет, мне все отдай. Вот я прям, вот я экстрасенс, я чую. Вот он написал мне. Так. Адванс всем лучше. От админов до игроков и мода. Адванс реально намного вообще лучше. Вот-вот. Я отвечаю. Сука! Чё за... Да ну его в жопу. Ну да, админ там лучше. Ну по-любому там лучше. Колы нету. Мод норм тоже. Ну а что ж ты тогда тут играешь, чувак? Сам ПРП нравится. Ну блин, мне он тоже нравился, пока я на адванс не зашел. Так, сейчас напишу. Мне тоже нравился. Ой, бомж, бомж! Агрессивный бомж! Агрессивный бомж! Мне тоже раз на адванс не зашел. А где агрессивный бомж? А, вон он бежит. Давайте патрулим агрессивного бомжа. Так мы напишем. Агро бомже. Ой, агро бомж. Опасно. Отобрать могут. Да блин, да что ты обнагрел, что ли, чувак? 100к тебе еще. Нет, дам я тебе только... Ой, смс, блядь, пишу. Дам я тебе, чувак, знаешь сколько? Я тебе дам 30к на оплату. На неделю. На неделю там, по-моему, 30к. Ой, рифа, ой, что это было? Кстати, есть идейка, где раздать, где же? Идем в мэрию. Не-не, я это уже делал в другом летсплее. Ой, летсплее уже не интересно. Так, это неинтересно. Написал, так, мне надо нарку, нарку, нарку. Так, давайте подрежу.
Бля, ему что, похуй что ли? У тебя еще сколько аков на других? Что? Других аков или сколько денег на других аков? А. На других нету. На этом еще один есть. Ах да, кстати, вот этот чувак мне напомнил сказать всем зрителям. У меня же там был еще другой твинк, и на нем, кстати, был бан. И его, кстати, уже должны были разбанить. Я туда не заходил, но, в общем, должны были. И вот на нем, кажется, еще 100к есть. Так что у меня не 625 тысяч, а 725. Как-то так, да. Он спрашивает, какой левел? 10-й. 10-й левел у меня на том твинке. Блин, не задел, что ли? Так. Вот тут вроде бы по населению территория, вот эта вот трасса. Ох ты, ох ты, ох ты. Это чё? Ой, он свалился. Чувак, ты свалился. Нет, нет, скутер не берут. Я вот все сцу за свой скутер. Вот, вот это вот меня прям напрягает. Нафиг он тебе? Чтоб ездить, ёпты! Так, а вот тут вот... Сейчас по-любому агро будет. Сейчас по-любому на меня сагрится бомж. Во-во-во, уже сагрится!